Меня зовут Билли Лерк, но это имя помнят немногие. Я много лет пряталась, была капитаном корабля «Падший дом», контрабандистом, скупщиком краденого и, возможно, предателем. Слова, которые шепчут нам вслед, всегда помнят лучше, чем наши имена. Если прятаться долго, в конце концов тебя забудут. Тогда ты остаешься одна и живешь своим умом. Но я не забыла того, кто вытащил меня со дна. Дауд Нождануэла. Это имя произносили отчаявшиеся или умирающие. Убийца, который прикончил одну императрицу и спас другую. Стыд долго жжет тебя изнутри. Когда я предала Дауда, он пощадил меня. Я оставила Дануэл и свое имя. Много лет я думала, достойна ли была прощения. Много лет я смеялась над собой от того, что мечтала вымолить прощение у убийцы. Иногда милосердие ранит больнее, чем нож. Теперь я знаю, что прощаешь не только ради тех, кто причинил тебе боль, но и ради самого себя. Я знаю, что Дауд в Карнаке, и я найду его. Мне снится один и тот же кошмар. Уличная драка. Моя отрубленная рука лежит в канаве. Меч гвардейца выколол мне глаз. Когда я просыпаюсь, рука и глаз еще долго болят. Это пугает. Эта штука всегда меня утешала. Ты ведь украла ее для меня, Дейрдри? Теперь это все, что от тебя осталось. Еще одна реликвия. По крайней мере, он еще острый. Остался боксерский клуб в бане Альбарка. Дауд должен быть там. Изучите контракты. Изучим контракты. Что это такое? Контракты. Сожгите белого пса. Промышленный шпионаж. Безглазая карга украла моего несчастного снежка. Он белый, как китовая кость, но тяжело болен. Мое сердце обливается кровью, но я прошу вас, если вы найдете моего снежка, пожалуйста, прекратите его страдания и сожгите останки. Спасите его от этих проклятых безглазых и спасите Карнаку от новой напасти. Бандиты из Альбарки варят зелья и мастерят амулеты на верхнем этаже. Самогон у них мерзкий, но хорошо продается, а мы теряем клиентов. Принесите нам рецепт крысиной настойки, пока наша винокурня не пошла по ветру, а заодно уничтожьте все их запасы. Если бы Эмили убила меня на месте, я бы не стала ее винить. Если свергаешь императрицу, все погружается в хаос. Многие пострадали, но дело не только в этом. Да, я помогла убить ее мать. Меня пощадили уже дважды, но я, по крайней мере, смогла хоть что-то исправить. Неужели то же самое чувствовал Дауд или чувствует? Сны становятся все хуже. Глубже. Иногда я смотрю на руку так, словно ее нет, и голова болит так, будто меня ослепила кровь. Я все записываю, просто чтобы держать под контролем. Блин, очень много интересной макулатуры. Можно почитать. Хорошо, что старик ушел на север. Мне он нравился. Интересно, кому он теперь действует на нервы? Короче, непонятно ничего вообще. Мы должны изучить. Это карта, да? Я ищу уже несколько месяцев. Я знаю, что ты где-то здесь, Дауд. Где ты? А, тут, а где досье? Что это такое? Ответ на изобилие. Безглазые. Это клуб банды безглазых. Они говорят, что владеют черной магией. Если это правда, то Дауд может быть замешан. Слушай, тебя учили двери закрывать, алло? Вообще.
Да, почти он меня на значок показывает идти. Вау. Для 17-го года неплохой графоний, так там. Ух ты, еще руки видно. Станция пустует. Спрятать падший дом было нелегко, но сейчас здесь безопасно. Ну, прикольно. И что, мне прыгать вниз, что ли? А можно как-то спуститься по-нормальному? Нажмите А, чтобы услышать мысли крыс. Они перешептываются друг с другом. Рассказывают о том, что происходит на улицах и в подворотнях. С крысиной точки зрения, крысы видят мир совсем по-другому, а их слова часто загадочны. Но иногда из них можно извлечь пользу. Что вы расскажете сегодня, мои маленькие друзья? И что это мне дало? Она накопила нас в тяжелые времена, бросала нам земные крошки. Вдруг громкие голоса, блеск металла, теплая кровь на полу. Наш первый пир. Так вкусно. Жесть. Зубы в воде, не ноги кусают нас, когда мы плывем. Короче, я все понял. Это очень интересно, но я пошел дальше. Вау, карета какая. Погнали. Так, отправиться в баню. О, это мы на задание пойдем. Отправиться на... А, остаться или отправиться? Так, баня Альбарка должна быть недалеко. Препятствия на вашем пути можно разрушить. Для этого используйте клинок. Я! Оба. Привет, крыски, я ж люблю с вами общаться. Он крадется в темноте. Пахнет спиртом. Темная кровь. Братья кричат. Охотятся за нас с острым ножом. Опа. И чё? Открыл, закрыл, да? Что это? Открытый режим. Ага, это именно альтом. Это альтом, так, оп, такой же чик-чик-чик-чик. И чё? Не надо его бить? Вообще. Подобрать. Могу его закинуть. Давай мы его куда-то закинем. Так, это что, Хитман? Я не пойму, а там кто? Кто-то там есть, так. Мы тебя тут закинем. И пойдем. О, это меня разыскивают, походу, да? Красавица я такая. Я! Ничего себе. Да что это за...
Прожектор. Вот мне сюда, я чувствую. Зажмите. Крышки, давайте я с вами поговорю. Я понял. Они могут подсказать это. Капитан хочет выйти. Чем глазы занимаются? Постой. Постой. Я там стекло посмотрел. Разбили. Кто это тут такой? Стелс. Опа-опа, он ко мне идет, а? Сейчас мы его жахнем. Я слышу, слышу его. Давай, давай, давай. Ну что, назад? Опа, идет, идет. Что, твои приключения закончились? Что? Кого-то убили? Что это такое? Не-а. Жесть. Потому что я мощный. Че, шпагу могу взять? Не могу. Обучение. Сложные аспекты боя. Надо их подбирать. А как обобрать? Подожди. Кинуть. Подобрать могу, да? Чайки какие-то крякают. Опа, что это? Это станция экипажей. Баня Альбарка. А, вот. Я понял. Нажмите правую. А ты, ну ты шо ты? Нажмите правую, блин. Где-то что-то есть. Сейчас мы его найдем. Рядом есть амулет. Мне рассказывали про безглазых. Странные истории. Жуткие. Это что такое? Ладно, если найду амулет, то найду. Не буду упираться. Персонаж нейтральной территории не будет нападать на вас, если вы... Ну, я такой с ножом, да, иду? Та-та-та-ра-та. Та-та-та, с ножом. Тут всегда с ножом ходят люди, я понял. В этой туберкулез. Я понимаю, тут райончик дикий, наверное, просто. Постоянно с ножами ходят тут всякие маньяки и убийцы. Старик Дав продает новый амулет. Говорит, он пробуждает жизненную силу. Горячит кровь, проясняет голову перед боем. Думаешь, стоит купить? Нет, нет и нет. Не трать деньги на безделушки, Дафа. О, крысы, они что там не скажут по-любому. Ёпта. Заперто. Частная территория, ясно? Но за сотню монет я тебя впущу. Я могу тебе дать по лицу только и все. Прочитать дневники. Что мы прочитаем в дневнике? Ага.
Так, это что такое? Подкуп безглазый. В служебном помещении Альбарки ведет запертая дверь, которая находится недалеко от входа. Одна из безглазых предлагает открыть ее за скромную вплату 100 монет. Дыра в потолке. Из подслушанного разговора крыс вы узнали, что есть другой способ попасть на второй этаж бани Альбарка. Этот путь начинается прямо над раздевалкой. Гвардейцам известно о противоправной деятельности бани Альбарка. Гвардейцы ждут подкрепления, чтобы приступить к обыску. Я могу просто тебя жахнуть и все, и открыть дверь, правильно? Контрол. Обобрать. Элеонор, куда? Можно Ой. Ой. Опа. Ну смотри. Вообще. Нахрена? Ты упустила свой шанс. Жаль. Что такое? Так. Выглядит. Надеюсь, ничего страшного. Блин, они что-то все на одно лицо. Так, закрыть дверь можно? Вообще беспалевно, слушай. Заглянуть в замочную скважину. Мы что-то тут видим. Видим комнату. Какая-то вывеска. И все. Ничего не видим больше. Глаза чужого. Дауд. Они заставляют его драться. Нужно его вытащить. На вид ничего особенного. Надо его вытащить. Только посмотри на себя, сидишь тут как пес на цепи. Ждешь, когда хозяева бросят тебе костяной амулет. Что непонятно. Рядом есть амулет, осмотрите окрестность. В смысле, мне к нему нужно запрыгнуть, типа? Ты дерешься с волшебным зверем? Намажься пастой, сэр. Я не знаю, как работает эта штука, но она удерживает зверя под контролем и не дает ему покинуть арену. Развлекайтесь, но будьте начеку. Когда я верну свои деньги, наши главари захотят на него взглянуть. Нам повезло, что мы нашли такую злобную тварь для их опытов. Вы видели, как он дерется. Если он выберется, то всех нас прикончит. Поэтому не выключайте эту машину, Жанет Ли. Эта штука подавляет силу Дауда. Если ее отключить, его ничто не остановит. Заперт. Ключ должен быть у хозяина. Действуй очень быстро. Жестко бей левый джеб. Ты не победишь. Это что это такое? Работает на ура. Ого, 20 монет. Ты до него даже не дотронешься. Бываю тут много лет, но такого, как зверь, не видал. Жуткий. Так, а что у него сзади? Давай мы за ним проследим. Чего тебе? Клиентам сюда нельзя. Доходное место. Что это такое? О, амулет. Костяные амулеты улучшают ваши способности и даже добавляют новые. Сорян, закрывай. Не возвращайся! Послушай, я не могу. Нет, ты чудовище!
Ты умрешь, мужчина! Терпи! Все. Круто, слушайте, украл амулет. Если ты хочешь, чтобы я в это поиграл, ставь лайки. 15 лайкосиков, и я буду в это играть.